Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру «Безумные монстры». И сейчас мы с вами будем смотреть, что нам достанется. А достаются довольно неплохие плюшки нам из сундуков. Как вы видите, мы даже царапку сможем с вами улучшить. Так, гарпун, тут пестициды и кролик Дэвид. Блин, мне бы кролика бы прапать, что ли, я не знаю даже. Так, холодильник. Ну, почему вы... Оу, царапка еще даже получил карточки. Угу. А вот у нас самый большой сундучок пока. Снежки. Не было у меня такого. Что они, интересно, вообще делают? Так, огненный дробовик. Узи. И дискошар. Так, отлично. Ага, опять царапка получает у нас. Оу, вот это уже другой разговор, ребята. Антимагия, усилители. Ха, вот это мы получили с вами. И последний сундучок у нас. Так, гарпун. Можно будет прапать. И леденящий лук. Все вроде бы, да? Ну-ка посмотрим, ребята, наверное, в инвентарь. Новая способность. Разбрасывать снежки по случайным целям. Сюрприз, некоторые снежки желтые. Так, ага, замораживает монстров. Давайте-ка мы прапаем. И общий урон 710. Так, вот вместо чего его поставить, ребята? Может быть, вместо улья? Потому что гарпун нужен, холодильник мне нужен тоже, ребята. Узи, конечно же, тоже без них никуда я не денусь. Давайте, наверное, вместо улья. Хотя бы посмотрим, что из себя вообще представляют эти снежки. Ну, не понравится, поменяем. Так, царапку давайте мы с вами до третьего уровня подняли. И, наверное, мы его возьмем вместо жабы. Вот так вот. И Дэвида улучшим. Так, 81 у него получается урон от огня. Вроде бы как все, да? Здесь больше мы ничего сделать не можем. А значит, пора нам отправляться с вами проходить дальше кампанию. Ух, ну что же, с богом, магическая лавка. Миссия называется у нас. И кто нас тут будет поджидать? Ну давай, давай, грузи быстрее. Так, посмотрим заодно, что этот царапка делает. Так, ясно, с этими олухами надо как можно быстрее. Особенно вон с тем, он с магом. Он очень сильно меня раздражает. Так, заморозочка прокатила. Теперь из лука бомбанем разочек-другой. Так, отлично, давайте вытягивать кого-нибудь. Ага, ну извини, осьминог, тебе не повезло. Оу, чертов маг, а? Кто ж тебя просил так делать-то? Ну, давайте вот так вот бомбанем. Слушайте, я не добил его еще, а? Блин, поменялись. Да какие, блин, пестициды могут быть? Все, мага грохнули, отлично. Так, ребятушки, давайте, наверное... Была не была, как говорится. Ага, с дробовика здесь шмальнули. Тогда надо посмотреть, что это за снежки у нас. Ох, неплохо бьет. Довольно, очень даже хорошо. Блин, ну почему вот так вот получилось? Мне нужно было, блин, этого осьминога убить, а? Ладно, хрен с ним, давайте вот так вот сделаем. Теперь гарпуном добиваем осьминога. И уже расколбашиваем этого зомби-деда. Оу, снежки еще и замораживают у нас при этом. Шикарно. Так, а это у нас только лишь первая волна была. Вот они, охламоны. Вылезли. Так, давайте заморозку. Понятно, критовщик заморожен у нас пока. Это нам на руку. Мага нужно... А, нет, не маг выцепляется. Ладно, фиг с ним, давайте тогда с этим покончим. Да какого хрена ты, старый пердун, дед, меняешься местами не вовремя. И маг еще сжигает мне карты, а? Ох, ё-моё, ну тут-то понятно, ребята, мы, по-моему, не затащим. Никак у нас не получится. Как бы я этого не хотел, только лишь вторая волна, еще будет третья. Снежки еще в разнобойку полетели. Да. Ну, тьфу, о чем тут можно говорить, ребят? Деда подбили. Черт бы его побрал, этот зомби-дед. Давай пестицидами. Не, ребятушки, тут буквально сейчас на два удара мне хп и все. То есть сейчас один ударит, потом второй и... Хотя, погодите секунду. Нет, навряд ли мы выстоим. 190 хпшек. И еще будет третья волна. Вот это не фартануло, ребята, нам.
Да, здесь мы уже навряд ли что-то сможем сделать. Но бороться будем до последнего. Иди сюда, маг. На-ка, выкуси. Чёрт, не хватает, ребята, нам буквально немножечко. Немножечко для... А, вот, снежок я бросил. Но, как видим, никого не заморозил, никого не подбил. Все, а это уже полный крах у нас, ребята. 65 хп, еще при этом вытянули тролля. Вообще замечательно. Да, подбили они меня, гады. Что же, ладно, давайте-ка мы тогда еще раз сыграем, переиграем, так скажем, эту миссию. И я думаю, что в этот раз должно фартануть. Так, понеслась. Давайте вот это. Так, у нас замороженный дед. Также у нас осьминог замороженный. Вытягиваем. Оу, вот это вот нам и нужно, в принципе, сейчас как можно быстрее разбомбить. Буду стрелять из дробовика, пускай он будет у нас гореть потихоньку. Так, и... Блин, да что ж ты будешь делать? Он мне поменял карты. Так, снежок нам выпал, ладушки. Так, добили мы этого мага. Замечательно. Так, дед, ты как-то не вовремя тут появился, а? Блин, давайте тогда, наверное, из лука сейчас шибанем. Не добились совсем немножечко. Так, давай попробуем, наверное, вот эту карту. О, шикандос. Прокатило. Ну, и теперь этого деда добиваем. Дед-зомби. Готов. Так, вторая волна, ребята, у нас. Ну, заморозим? Никого не заморозили. Хорошо, ладно, давайте из арбалета. Чук-чук. Арбалет, лук, какая разница, фиг с ним. Всем и так понятно, что я хочу сделать. Так, это у нас гоблин. Его нужно тоже как можно быстрее разобрать, но дед меняется с ним местами. Так, снежки прокатят. Ах ты, подлый маг. Не дал мне воспользоваться снежками. Оу, так, удачно. Это мы удачно вытянули. Хе-хе. Слушайте, фартит нам, ребята, сейчас. Давайте снежками теперь. Вот, и деда заморозили, отлично. Просто шикарно. Так, 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 давай, 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 опа. Но все равно не добили, ребята. Давайте вытягивать вот этого мага подлого. Иди сюда. Сейчас я с тобой... Ай-яй-яй-яй-яй. Дед Мазай, как видите, поменялся с ним. Ну, ничего, в принципе, страшного. Расстреливаем. Третья волна, ребята. У нас есть шанс, кстати. Так, тролля заморозили. Давайте вытягивать кого-нибудь. О, как раз то, что надо. С ним надо заканчивать в первую очередь, с этим магом, потому что он нам... Карты потом все сжигает и делает их все за 5 маны. А это нам нафиг не нужно. Да что ж ты будешь делать? Нет, ну нереально это успеть все сделать. Так, снежки, снежки, снежки. Тот чувак по голове только наполучал. Ах, вот оно что, я не могу его притянуть. Блин, понятно, ребята. Когда он так окапывается, я не могу даже поменять его местами. Вот оно в чем дело. Так... Выкуси. Оу, щет, пока я тут дурковал, ребята. А, нет, есть еще небольшой шанс. Ну, и только бы успеть. Фу, ребята. Просто на последних секундах, на последнем издыхании мы все-таки убили этого критовщика. Мы зарабатываем с вами сундук. И у нас открывается еще одна миссия. Так, мы здесь, нет, ничего не можем улучшить с вами, как видите. Хотя, хотелось бы пропать холодильник, но не хватает у нас карточек. Две карточки буквально не хватает, ребята. Так, ну, жаба. Нет, ребята, мы, наверное, жабу все-таки не будем ставить обратно. Пускай царапка будет у нас стоять, где стоит. Ну, а мы с вами переходим на алтарь жертвоприношений. Понеслась душа в рай, как говорится. Так, ребятушки, мы и активировались. И... Оу, тут охламоны у нас. Мухомор, иди к папочке. Сейчас я тобой займусь. Так, давайте его подожгем. Пускай горит. Так, молоты. И добиваем его пестицидами. Так, ну что же, теперь у нас злобный маг. Да что ты будешь делать? Ты достал уже, ну старый пердун. Все, смешивает нам карты маг. Не успел я сделать свой зловещий план. Придется действовать наугад. Ага, УЗИ у нас выпали. Ладно, хорошо, отлично. Так, холодильник. Замораживаем мы старого деда. Замечательно. Так, давайте вот эту карту попробуем. Оу, фартануло. Эх, снежки, снежки, снежки. Давай быстрее. Ну, блин, да куда ж ты стреляешь-то? Надо было в мага это все.
Вот зачем я это сделал, а? Кто мне скажет, зачем я вытянул сюда зомбаря? Хотя, в принципе, все нормально. Ребят, получилось у нас. Продолжаем разговор. Гори, тролль. Так, замечательно. Вытягиваем кого? Ага, гоблин. Ладно, сейчас мы его расстреляем. Узи, кстати, шпарят очень хорошо. Блин, опять этот гад окопался здесь. А ну-ка. Каждому по снежку, как говорится, да? Так, давайте молот. Нормуль. Так, мне нужен арбалет. Ай-яй-яй, я думал, что гоблин все-таки сляжет. Но нифиг... Да как же так? Ну, не успеваю я, ребят. Не успеваю задействовать карточки свои, а. Так, ну... Гоблин готов, замечательно. Тролль у нас тут окопался. Давайте попробуем, наверное, вот так. Ага, молот Тора. Так, вытягивать не получится, но хотя бы хп отнимем. Замечательно. Так, пускай горит. И еще разочек. Ребят, давайте его расстрелять. Фибринефин, все. Вот он, злобный маг. Переоделся он, видите ли, тут в клоуна. Получив чайник. Продолжаем, ребята, играть. Продолжаем. Не останавливаемся ни на секунду. Так, вытягиваем. Кто? Ага, осьминог у нас здесь. Все, я так решил, буду палить его, ребят. Надо нам поджигать. Как можно больше на них негативных статов вешать. Травить там же... Травить, жечь и так далее. Ладно, теперь наугад. Ага, холодильник у нас здесь выпал. Ладно, неплохо. О, шикарно. А, не могу, ребята, вытянуть. Но, тем не менее, дамаг небольшой. Нанесли мы ему. Так, этот охламон у нас замороженный. Все, пускай этот отморозок там стоит. Давай, холодильник. Ну что же, мы с вами сейчас танк разберем, ребят. Так, получайте, гады. Ну, давай ты быстрее. Так, минус один. Все, ребят, сейчас только дожить до снежков. Ай, успею ли я? Нет. Нет, блин. Ну как же так? Ну... Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Да что ж такое-то, не фартит мне почему-то. Блин, ну что ж, будем переигрывать, нам ничего не остается. Так, будем немножко по-другому действовать. Вот так вот, сейчас будем его сжечь. Гори. Так, с Узи. Так-так-так, давай, молот. Блин, только бы до отхила успеть, ребята, до отхила. Ну, да что ж ты будешь делать, а? На долю секунды он меня опережает. Так, дед этот пердед пришел, а? Сжег мне карты все, снежки. Ну, блин, мага не добили. Ладно, придется лук, ну. Так, так, отличненько, все хорошо пока, ребята. Раньше времени не расстраиваемся. Иди сюда, мухоморчик ты мой родной. Все, попал ты. Хотя он сейчас отхилится, гад. Ай, поменялся с дедом местами. И да, да, ребята, он отхиливается. Так, нам невыгодно убивать зомбаря сейчас, потому что он все равно воскреснет. Нам нужен мухомор. Нам нужен мухомор. Так, пробуем снежками. Есть, бинго, ребята, мы замочили. Так, остался у нас только лишь зомби-дед. Все, ему крышка, у нас вторая волна выбегает. И мы тут начинаем вот так вот с вами. Запускаем холодильник. Замечательно, теперь вытягиваем. Ага, как раз у нас гоблин выпадает. Давайте его сжечь. Пускай горит. Да что ты будешь делать-то? Так, комочки. Добьем. Так, ну понятно, гоблин сгорает у нас. Так, этот нам все портит, как всегда, а? Так, нам выпали комки. Ладно, хорошо. Давайте из арбалета. Так, теперь, наверное, придется нам, ребята, поджечь тролля. Пускай он будет гореть. В принципе, мы сейчас можем его даже разобрать. Так, отлично. Ну, арбалет, давай быстрее откатывайся. Замечательно, все, остался лишь только злобный маг. Ему крышка, поверьте мне. И последняя волна у нас заключительная. Немножко не то, ладно, фиг с ним. Вот он, вот этот корявый мне нужен. Сейчас я его тут со всей-то дури накажу. Так, давай-ка. Ну, давайте сузить. Успеем, нет? Нет, по-моему, не успеем. Да, конечно, тролль, как всегда, все вовремя, вы заметили? Да, что тролль, что зомби, они вот как чувствуют, когда нужно подмениться. И причем меняется именно под мой удар.
Давай-ка вот эту попробуем, наверное, карту. Что тут у нас такое? Ага, холодильник. Ладно, это хорошо. И давайте из арбалета сейчас шмальнем. Все, ребятушки. Если сейчас комочки попадут как нужно, мы выиграли. Ну, да что ж такое? Ну почему ты не можешь осьминога добить? Так, все, ребятушки. Пестициды и готово. Ух, ядрёна ты, Вош. Наконец-то мы прошли эту миссию. И у нас, кстати, ребята, открывается босс, я так понимаю. Точно, я вам говорю, открывается чувачок какой-то. Так, что мы здесь можем? Ничего опять не можем, не накопили мы ни на что. Так что с апами придется пока подождать. Что у нас такое? Прерывает умение всех монстров. Вот оно как. Запрещает монстрам использовать все умения, кроме атаки. Оу, так это же круто, ребят. Это очень круто. Возможно, мы сейчас с вами пройдем этого босса на одном дыхании. Поехали. Так, ребятушки мои, активировались, отлично, все хорошо. Ага, вот, значит, как, вытягивай. Маг, как раз ты мне и нужен, злобный маг. Гори, гаденыш. Получи очередь. И еще разок гори. И до кучи сейчас мы его молотом. Вот так вот. Замечательно просто. Ну, понятно, меняется. Давайте-ка мы с вами снежками побалуемся маленько. Так, вытягиваем сюда того скелетика. И... Так, давайте изучим. Слушайте, он ватный, поэтому разбирается довольно быстро. Поджигаем его. Так. Ну, давай пестицидами его. Добили. Все, ребята, остался лишь только зомбик у нас здесь. Но это у нас первая волна, вы не забывайте. А еще здесь будет у нас босс. Так. Ну, отлично, сгорел. Так, давайте вот так сделаем. Замечательно. Теперь из лука. Так, ну, какого вытянем? О, как раз то, что нужно. Так, осьминог, ты попал. Ты в курсе, нет? О, даже еще и разобрали. А теперь злобный маг. Вот так вот, это для начала ему. Черт, не успел я, не успел. Ну, тоже неплохо. Все, маг этот готов. Тролль, ты уж извини, попал ты под раздачу. Ну, заморозка. Почему не сработало, блин, а? Черт, гори, упырь. Так, давайте попробуем вот эту карту. Ага, арбалет. Ну что ж, неплохо, замораживаем его, ребят. У нас будет 5 секунд преимущества. И расстреливаем его с арбалета. Так, а превратить тебя в зайца или жабу? Ладно, отбивная тоже сойдет. Фига, посмотрите, зомбарь с какой-то пилой. Так, он думает, что шуточки со мной будет играть. Ребята, мы смотрим за магией. Так, прерываем все нафиг. И дальше продолжаем бомбить. Так, у нас еще есть на отмену магии. Хорошо. Так, ну. Вот так вот, замечательно. Все им сбили. Теперь будем веселиться. Не понял я. А как он так сделал-то? Я же вроде магию всю отменил. Что-то меня это расстроило, ребят, если честно. Так, давайте тогда вот это как попробуем. Так, мухомор, во всем виноват ты. Придется тебе сдохнуть, гад. Так, как раз молотки подошли. Отлично. И остался у нас только лишь босс. Смотрите, у меня 408 хп. Я думаю, что должен его затащить. Насколько там жарит, я не знаю. Сейчас мы его из арбалета. Ох, ничего себе, он влепил мне пощечину. Не-не-не, надо срочно добивать. Да, ребята. Ух. Какой хороший, солидный сундук нам достается. Отлично просто. Ребят, я нас всех поздравляю. Мы завалили этого босса. И нам открывается следующая миссия. Ух ты. Так, ничего не доступно. По-прежнему ничего. И усилителей у нас нету. Ну да ладно, давайте, ребята, попробуем все-таки один бой с вами пройти. Так, и кто здесь у нас будет? Ну это понятно, что это мои ребята. Так, смотрите-ка, стена вернулась. Китайская причем. Так, разбомбили. Замораживаем, отлично, все пока хорошо. Давайте-ка вытянем кого-нибудь сюда. Иди-ка, гоблин, ко мне. Так, пора тебе гореть.
Слушайте, у них очень много хп, я посмотрю. Ёлки-палки, успею, нет? Да тихо ты. Блин, стена, ты достала уже в корень, если честно. Иди-ка сюда, хламон. Так, замечательно. Ну-ка, заморозили. Так, а этот на него вешает. Ты посмотри, что он на него вешает. Пузырь. Давай-давай, комок, ну быстрее. Заморозьтесь кто-нибудь. Ага, слизнюк заморозился, замечательно. Бьем тогда стену. Так. Теперь из УЗИ. Слушайте, это все равно он крепкий. Эта стена крепкая, блин. Так просто нахрапом не возьмешь. Так, ну, слизнюка должны замочить мы. Фотограф хренов. Так, ну-ка комочками. Ага, разбомбили. А этот еще живой. Ну что ж, давайте вот так сделаем. Так, вторая волна, очень мало хп, ребята. Чувствую, что не прокатит у нас ничего с этим номером. Давай-ка, жгем. Так, пускай он горит. И из УЗИ мы, я думаю, добьем. Ты посмотри, ну как же так? Как он так успевает поменяться? Причем в самый неподходящий для меня момент. Ай, да, не могу я поменять их местами, ребята. Да, если даже честно сказать, я думаю, что уже бесполезно здесь играть. Потому что у меня не хватит хп, ребят. Смотрите, этот хилит его. Тот стоит, я не успеваю просто их всех даже разбомбить здесь. Как бы я ни старался. Что-то критует гоблин чертов. Ну-ка, иди сюда. А, нет, он же не может меняться. Я все время забываю, что надо вот на этого хламона тратить пестициды, чтобы его сдвинуть или поменять. Ну давай, давай, быстрее, быстрее откатывайся. Отлично, 260 хп, ребят. О, нет, нет, ребята, 43 жизни. Все, это просто финиш, я не успею. Ну что же, тогда давайте я буду завершать, наверное, с вами этот видосик. Естественно, я здесь профукал. Не успею он сейчас, хотя он хилиться будет, да? Ай, тут еще целая волна. Тогда понятно. Ну что ж, давайте тогда на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в безумных монстров. Давайте посмотрим, как меня сейчас круто бомбанут. Вот и все. Ладно, ребята, увидимся. До новых встреч и всем удачи. Всем пока.